Всем привет! Привет! Вы на канале Bro Show Games, и сегодня мы с Колей будем продолжать играть в Zombie Safari. Кто играет в эту игру, обязательно ставим лайки. Кому она понравилась, ставим плюсики. Ну а мы будем начинать. Давай. Давай будем загружать эту игру. Пока Оксана их грузит, ребята, скоро еще одно мега-открытие в Clash Royale. Не пропустите, на этой неделе будет. Итак, поехали. Что у нас тут? Пока грузится. Вот, смотрите, сундуки выпали. У нас открылся, кстати, классный сундук. Смотрим, что есть. Звездочки 300 штучек. А, это там, где ты ездить не умеешь? Да, машина, умею я ездить. Два всего лишь кристалла. Вот и супер сундук называется. Почему два? 24 было? Нет, это моих. Два мы увеличили. И нас на 7 минут сила, мощь. Ну, так себе сундучок, честно сказать. Можно было лучше оценивать, пока не будем. Все время, ну, смотрите, машина, ребята, у меня уже вся с броней хорошо. И мы играем, кстати, в дополнительную комнату. Видите, у нас здесь снег. Она, кстати, под сложным уровнем, уровень hard. Так что давайте, наверное, заносит. Да, хочу пройти. Передний привод или задний? Передний. Хочу пройти испытание. Давайте посмотрим, вот тут как раз оно есть. Взорвалось там что-то, да? Ну да, это я взорвала. Вот здесь, кстати, бомбы стояли такие канистры с горючим. Итак, у нас, значит, чекпоинт. Хант. Да, кстати, уровень тяжелый, поэтому будем пробовать. Ай, заносит, не могу развернуться, ребята, нет! Охота на чекпоинты, да? Да, здесь, кстати, очень мало времени дается между одним и вторым чекпоинтом. Ребята, кому удавалось проходить, пишите, потому что сложный уровень, всего лишь дается 7 секунд. Ай, не, заносит. Всё, не, успела. Ташкрябала как-то. Давай, ес. Ёлку. Ту! Нет, не ёлку. Всё. Заносит, ребята, заносит. И не ничего даёт. Ты не вот, прошла. Вот, кстати, движение по этому снегу и правда такое сложноватое, потому что реально заносит. А когда он открылся, этот бонусный уровень? У нас тут тоже снег, мороз. Бонусный уровень, он, я не знаю, где-то на середине, я уже была, но он был здесь в условии медиум. Ты решила опять туда же? А сейчас просто хат, он тяжелый, типа. Mm-hmm. Я сейчас еще раз чекпоинт решила пройти, потому что там же ты видел, не получилось. Может, в этот раз получится. Здесь просто сразу дает много кристаллов. Дрифтинг, да. И давай в занос, давай, пускай. Вот, нормально. Есть, видел, круто. Так. Еще, сколько их еще осталось? Не знаю. Сейчас будет. О! Ес, я вошла в поворот! Круто! А так я же говорю, дрифт налево. Не знаю. Не получится! 4, 3, 3, 2. Ес, успел! Нет, развернуться надо! Тебе. Ой, нет! Вот это. Посмотри, вы видели, как прикольно? В одну сторону. Давай, 8 секунд, да, ровно дотянешь. Еще! Вот сейчас точно фиг дотянешь уже. Пробуем. Нет, дотянул, смотри, 4 секунды. Yes, ребята, я сделала это. Ничего 10, себе, 10 кристаллов. Вы видели их 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, 10. Круто. Итак, у нас открылось немножко карты. На 19 было. Потому что у меня карта основная уже открыта больше, чем наполовину. А это, видите, что на 19% я открыла. Это новая, получается, вообще? Да, это новая карта. Короче, ты уже решила тут везде просто прячешься от зомби, не? Да, сейчас мы будем прыгать. Ring-jump. Пытаться. В кольцо? Да, но дает очень мало, между прочим, только звездочек. Ребята, я косая. Прыгнула. Нет, просто помешал зомби. Там, видел, он как раз встал, и я хотела... Ладно. Объехать, разъехать. Ну, будем пробовать еще раз. Ну что, поехали. Давай. Таким же успехом. Нет, видишь, этот идет, я решила сейчас назад сдать. Сейчас мы разгонимся хорошенько. Ну что, поехали, сожрали, ребята. Сожрали тебя сразу наполовину. Yes! Ну-ка, Ром, я рулю, ребята, 75 звездочек, видел? А звездочки что, опыт? Ну вот, а для перехода на следующий уровень. А, вверху набираются. У меня сейчас 16 левел, да. 19, то есть 19%. Ничего не было 19. Было 14, ты не обратила внимания просто. Мы в предыдущем чекпоинте. Я-то не рулю, я слежу. Да, ну давай дальше посмотрим, что здесь. Так, что у нас? Чекпоинт. Хат, не знаю, здесь, наверное, не пройдешь, потому что тоже хат тяжелый. Давай, охотимся на чекпоинт. Попробуем, ребята, по крайней мере, попробуем. Так, дерево, нет, вы видели, как камень, нет, короче, не успели. Мы сразу нет, просто... ребята, не успела я, потому попробовали что попробовали и забили на это. Не, ну врезалось, что уже делать? Ну, все, блин, сейчас еще сожрут, наверное, нет. Ну, если задом будем ехать, да, где зеркало заднего вида? Вау, как мы круто! Через холм задним ходом, нормально? Вот и сожрали тебя, вот. Не сожрали пока.
какую-то яму заехала. Хочу попробовать наверх, нет, хочу попробовать наверх. Там же тоже городок есть. Я все хочу попробовать, ребята, разведать, как же туда добраться. Вот что это за борода? А, ну вот это чекпоинт. Вот видишь, там вдали кристаллы. Я все хочу туда попасть, и все, никак не могу добраться. Ну, так ты совсем с другой стороны, а лезешь куда-то. Нет, можно же проехать здесь. Ладно, пока не получается. Ну, ребята, буду реально пробовать, потому что мне хочется попасть на верхний уровень. Там зомбак ходил, и ты все крутишься около него, все задним ходом. Что это за фишка сегодня такая? Нет, это я пробую туда, хочу попробовать наверх. Ну ладно, давайте пока сейчас проедем здесь, посмотрим, что у нас есть. И бум. А, короче, ты разведываешь карту, да? О, пушку где-то. Ну, я реально хочу попробовать именно попасть наверх. А это тут что, чекпоинт или это починить сама? А это у нас починиться. Ну, пока у нас с жизнью пока все нормально, не будем чиниться. Кстати, смотрите, предлагают посмотреть видео и получить 2 нитро. Нитро? Но не будем смотреть видео. А нитро полезно когда? Когда ринг вот джамп? Ринг джамп. Ты решил опять чекпоинт хаунт? Да, я все-таки хочу попробовать. Может получится, а может и не получится. Вон, что, короче, по зеленой тропинке. Да, едем. Посмотри, как. Yes. Вот так, вон она прямо впереди. Вижу. Так у тебя здоровье, половина уже зомбаки снесли. Там-то и дело, что как... Направо! Давай, вон успеть. Вон, через... 3, 2, 1 секунда, успею? Yes, успела, 12 секунд. Смотри, аж наверху. Не, наверное, не залечу туда. Давай, пробуем. Почти, yes! Получилось. Все? Нет, еще не все. Посмотри, ну я уже дымишься. Дымлюсь, ребята. Блин, сейчас надоехать. Один зомбак и все тебе. Может быть и так. Так, нет. Ты еще сама дерево ловишь. Так, где следующий чекпоинт? Давай. Одна. Yes, успела. 15 секунд. Направо. Блин, ты посмотри, как оно непонятно показывает. То направо, то прямо. А там вон зомбака и хана, короче, тебе. Короче, ребята, просто не повезло. Просто тупо не повезло, потому что встретили мы этого звездочки жердяя. Звездочки растеряли, да? Да, звездочки растеряли. Но ничего, мы восстанавливаемся. Мы будем что-нибудь... Ребята, так хочется попробовать наверх забраться. Я знаю, там я видела, есть флажки, есть всякие интересные, ну, и кристаллы. Блин, что такое? Не долечилось там немножко. Ну что, ну, едем вот, дальше. Давай, да. Вот, там рядом пушка. Эта пушка, это когда я лечусь, она убивает этих зомбаков. Да? Вот это ну, я про это нормально. Да, сейчас ее пытаемся посетить. Вот. Но! Взяли мы. И что, поедем, поразведаем, что тут и как. Вот посмотрите, видишь, что там... Можно... А там, где тебя загасили... О, реально можешь, классно, смотри. Ты эти звездочки нормально назад заберешь? Могу забрать. Ну, тут же, когда умираешь, можно забрать. Вон они и слева. И вернешь сейчас. Подожди, мы тут в камень врезались. Я снова хотела наверх попробовать. Объедем этих... Ломаешь сосны. Да что, не камни, сосны. Да камни. Еще и это закончилось. Ружом. И зомбак тебя наполовину скушал уже. Ну что за... Что ты на елках катаешься? Да посмотри, сколько они прямо атакуют. Ребята, кстати, в этой части очень много зомби. Они прямо, если ты никуда не едешь, стоишь, они сразу тебя атакуют. Просто ни минутки невозможно так просто постоять. Так, что тут у нас? Вот видите сверху? Там какой-то тоже мини-город. Хочу я туда попасть, но не знаю, как это пока сделать. И буду сейчас пробовать. Еще один раз, короче, и все тебе. Не, мы сейчас, наверное, поедем, сейчас посмотрим. Вот, кстати, вот это выход, вот видишь, вот это вот выход, это в наш предыдущий уровень. А сейчас я попробую наверх забраться. Посмотрю, что здесь. Так, давай, дружище, давай. Я нитро купила за 2 кристалла. Давай, еще, давай, еще одну куплю, если получится. Так, еще одну покупаю. Опа, давай. Оп. Забрались. Фу. Так, теперь главное не упасть. Одно колесо туда, одно туда. В том-то и дело, я не могу. Стало. Выехать не могу. Блин, застряла. Да что и за ерунда. И, короче, все твое нитро пошло. Поехало. Да ешкин-то. Никак, видишь, выехать не могу. Я так хотела туда попасть, а выехать не могу. Ребята, кто знает секрет, как вообще можно попасть другим способом, кроме как нитро, наверх? Блин, еще не, видите, неудачное место. Ну что, наверное, придется, не знаю. Да все, уже падай вниз. Ладно. Что ты там пробуешь? Все, ладно, короче, вот ребята, туда. Падаю вниз. Блин, попробуй еще разочек, может так получится. Что нитро даже не помогает. Блин, ладно, все, упала. Потратила кристаллов. Да, ребята, реально натратила кристаллов. Попала аж на второй уровень, надо было на первом. И еще и сожрали тебя, короче. А я здесь просто выехать не могу, не получается. Что это за ерунда такая? О, все получилось. Ну что? Вообще прикольная игра, вот тебе жердяйчик.
Сейчас мы твое здоровье уже не дающее оружие. Да? Да. Ой, нет, это новая пушка. Здоровье, да, и новая пушка. Я все-таки хочу попробовать, ребята, попасть наверх, вон туда, где кристаллы. Я еще один флажок заметила. Сейчас, если получится... Ауч. Блин, да что эти елки подоставляют? И камни вот эти реально незаметны, когда едешь на быстрой скорости, ты их просто не замечаешь. Я тут хочу в одно место попасть. Не знаю, получится, не получится. Все тебе прям вот намазано. Вот на елке. На елочку. На елке застряло. Попробуем, ребята, еще вверх. Нет, здесь не получается как-то совсем. Ничего не получается. И там вон зомбак тебя, короче, ушатал и все. Да и еще из... О, получилось, уехать не могла. Так, ну что, надо, наверное, будет сейчас... Озеро, о! Либо нас сейчас просто съедят, либо надо ехать подлечиться. Ну что, посмотрим, что тут как получится. Может, здесь получится разобраться. Ну-ка. Ну, не, нифига, ребята. Сложно, сложно. Не знаю, может, как-нибудь... А сколько там вообще кристаллов? У меня сейчас 30. Это что за машина валялась перевернутая? А, это кого-то уже сожрали. Валяется тут давно уже. Уже и соржавело. Ладно, посмотрим. Хочу найти место. Да вообще, миллиметр жизни остался. Просто врезаться в какого-нибудь зомби и все уже. И хана. И хана. Вот сейчас. Ты даже на ровной площадке умудряешься в сосну врезаться. Ну, я просто на большой скорости. Здесь управление, если честно, ну так себе, не очень. Колеса не сразу выкручивают. Все, сейчас сажу. Ладно, я уже разрешила им, чтобы сожрали, потому что дольше было ехать до вот этого нашего ремонтного пункта, нежели... Ай, блин, не долечила, сейчас вернусь. Так, все нормально. Ну что, давай долечиваемся. И, ребята, поедем сейчас дальше. О, эта пушка наверху большая, а рядом с ним всегда так, стоит. Так, ну что, такая... будем пробовать, наверное, сейчас флажок. Тот, который я заприметила. Там он светится в одном месте, недалеко, кстати, отсюда. Ну, короче, ты не успела с лечилки выехать, и тебя уже тут ну, так, конечно, гасит. Но этот, ребята, реально, вот эта комната, вот эта новая карта, она тяжелая. Она сразу подписана, что на хард, что она тяжелая. Ну, и здесь, конечно, зомби в разы больше, нежели в других. Так, ну что, давайте-ка осмотримся. Где здесь этот флажок, который я видела? По-моему, где-то здесь. Ну что, давай будем пробовать. По-моему, вот на этом склоне, Коля, есть флажок. Флажок этот еще продвижение по карте. Вот сейчас мы немножко не трогаем. Вот он, видишь? Так, так, так. Возьму его. Нет, ребята, не получилось. Ну что, я еще раз попробую. Так, давай, еще разочек. Надо мне этот флажок взять. Я тогда карту немножко открою. Флажок его надо искать еще? На карте никак не нанесу? Нет, никак не нанесу. Ну видишь, я его заприметила еще как-то раньше. Ну, думаю, ладно. А сейчас надо его, наверное, брать уже. Ну что, давай, пытаемся, давай. Давай. Сейчас, давай. Yes! Я взяла еще за него 4 кристалла дали. Flag found 4, да. Еще 4. И смотри, сразу у нас мэп сейчас. Опа, на 25, сразу 6% дали. Это реально много. Да, я тут попробовала наверх забраться, но ничего. Тут, наверное, не получится. Давай уже в следующий раз тогда, наверное, продолжим. Понятно, оно специально вот идет, да, там где-то на склонах, везде эти флаги. Да, сложно. Флаги. Да, сложно. Ставят. Добывать реально сложно. Сейчас еще раз сразу еще попробую, если все. Ладно, ребята, в другой раз будем пробовать. Кому понравилась наша игра, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Bro Show Games. А также пишите, в какую бы вы игру хотели, чтобы вы поиграли. Ну, про Clash Royale мы знаем, что вы любите его и хотите. Скоро будет, как Коля сказал, новое видео. А так, подписывайтесь на наши остальные каналы. На наши Нью-Йорк Войны, на канал Bro Show, на канал нашей доченьки Сафуньки, Сафунья Шалунья. И у нас еще обзоры Нью-Йорков есть. Да. На канале Нью-Йорк Bro Show. А теперь пока! Пока-пока! Пока!